Всем здорово, сегодня я максимально быстро и просто расскажу, как скачать новый Photoshop с функцией Generative Fill без ограничений пробной версии. Для начала зайдите на сайт Creative Cloud. Если у вас нет учетной записи Adobe, пройдите простую процедуру регистрации. Если сайт не открывается, то попробуйте включить VPN. После регистрации нажмите кнопку «Загрузить». Скачайте приложение и установите его на свой компьютер. Установка займет пару минут. Запускаем приложение Creative Cloud. При запуске в окне приложения может появиться уведомление об ошибке обновления. Просто нажмите на этом же уведомлении кнопку «Обновить», после чего должен автоматически подтянуться последний апдейт. Переходим в раздел «Бета-приложение» и выбираем Photoshop Beta. Нажимаем кнопку «Опробовать», после чего должна начаться установка нового Photoshop. Обращаю внимание, что вы можете бесплатно пользоваться Generative Fill Photoshop только 7 дней, пробный период. Чтобы получить бесплатный доступ к Photoshop CI, нужно скачать активатор. Для этого перейдите на GitHub или на портал CyberMania по ссылкам в закрепленном комментарии. Я покажу на примере сайта CyberMania. Выбираем последнюю версию активатора 3.1.9. Скачиваем файл и разархивируем его. У вас должно появиться две папки – релиз и source. Переходим в первую папку. Также отключите на своем ПК антивирус. Запускаем файл adobegen.exe от имени администратора. Нажимаем кнопку Search. После окончания поиска нажимаем кнопку Patch. Если вы выполнили все правильно, то в приложении Creative Cloud рядом с Photoshop Beta должен пропасть значок с указанием срока истечения лицензии. После этого мы можем пользоваться новой функцией Photoshop.